Здравствуйте! Я хотела бы поехать в путешествие в Италию, в Венецию. Я хотела бы быть там в четверг вечером, но до среды я не могу уехать. Хорошо, сейчас посмотрим. Но сразу скажу, что будет довольно сложно найти для вас билеты. Компания Air Italy осуществляет только два рейса в неделю, в понедельник и пятницу. Вы знаете, мне все равно, рейсом какой авиакомпании лететь. Есть ли, например, рейс туда у Air France или Аэрофлот? По-видимому, нет. Прямых рейсов по средам и четвергам нет. Единственный выход – полететь в Рим или Милан и сделать там пересадку. Да, но это намного дольше. Так и есть, так дольше. Но если вы хотите уехать в среду или четверг… Ох, нет, нет, нет. Я не хочу тратить дни своего отпуска на пересадки. Забронируйте мне билет на рейс Air Italy в пятницу. Во сколько вылет? В 10 часов утра. Прибытие в 12 часов по местному времени. Итого 3 часа полета. Хорошо, я согласна.